Вот система светофоров непонятна от слова совсем. Вот им всем зеленый, они гоняют. А мы стоим, здесь красный. Там тоже красный. И очень часто, что ты просто стоишь, ждешь. Потом видишь, что люди начинают переходить, тоже переходишь. А он продолжает гореть красным. А может потом и зеленый загорится. И вот очень часто это непонятно. То есть такое ощущение, что у светофора нет логики. Но она очень сложная. Наверное, она есть, но она такая сложная, что ее не понять. Вот сейчас они поехали. А мы опять стоим. Стоим? Сколько мы уже стоим? Минуты 3, наверное, стоим. Красный здесь и продолжается быть красный там. Может, перейдем этот? Такое ощущение, что светофор не работает. Для издевательства создан. Ты просто стоишь и все. И больше ничего не происходит. Не, главное этим-то зеленая стрелка. А что с пешеходами вообще? Пойдем пешком. Так очень часто. Вот прям вообще очень часто. Наверное, процентов 90-80 все время какие-то светофоры странные попадаются. Похоже, нам сейчас будет зеленый. У меня такое ощущение, что его не будет никогда. Видишь, уже мы вторую линию прошли, они опять поехали, мы опять стоим как дурачки. Короче, и, кстати, там тоже красный. Короче, всем всегда красный. Я не понимаю, как вообще можно переходить дорогу так. То есть приходится нарушать. Мимо опять зеленый. Все, это уже третий раз. Ага. То есть красный всегда горит. Если у нормальных людей, если светофор не работает, он мигает желтым или вообще не работает, то тут какой-то странный, какая-то странная ситуация. Давишь кнопку, не давишь, по-моему, все равно ничего не происходит. В итоге что происходит-то с психологией человека? Он видит, что все не работает, просто забивает на эти светофоры совсем. Поэтому часто видим, как они нарушаются. Ну вот, короче, опять красный. У этого все время красный. У этих товарищей красный. В общем, просто горит все время красный, и все. Как хочешь, так переходи. Но ты всегда нарушаешь. По умолчанию. А, кстати, сейчас у них там зеленый, а здесь нарисован красный, а здесь ветка с зеленым. Ну, кстати, за сколько? За минут 5-10, сколько мы уже его переходим? Так зеленого, о, прикинь, зеленый. Это же невозможно столько стоять. То есть тут реально стоишь на переходе 10 минут, и он еще быстро мигает. И это очень странно. Самый странный светофор.